Ищем честное страдание ваше, я же за Христа претерпелись. Сегодня эти дни, сколько мучеников нам Господь явил. Это такие же наши все братья и сестры, наши современники, которые не убоялись и не отступили от веры, не отступили от Христа, не отступили от сердца своего, потому что сердце их было с Господа. Поэтому и мы, дорогие, будем укрепляться в вере. Кто знает, какие испытания придут на нашу долю. Но мы, во Христа крестившись, мы крестились не сладкую и безоблачную жизнь, но так как Он прошел эту жизнь сквозь терния, сквозь страдания, скорби, искушения, сквозь обиды, оплевание и поношение, клевету, злобу, ненависть. Он безгрешен, пролил свою кровь за нас с вами. Но не для того, чтобы мы жили беспечно, а для того, чтобы мы в свое время сказали «Да, я христианин». Что бы это нам ни стоило. Какую бы цену ни пришлось заплатить за это, но мы искуплены Господней кровью, Его любовью, Его страданиями. И мы, назвавшись христианами, должны до конца быть верными Ему, так как Он верен нам даже до смерти креста. С праздником вас, дорогие сестры! Дай Бог вам крепости духовной и сил. Дай Бог, чтобы никто нас не обманул. Дай Бог, чтобы никто нас не увел с пути спасения, с пути истины. Столько сейчас лукавства и обмана, хитрости. Как мне вот говорил священник, как его там уговаривали, вызвали в органы и уговаривали работать на них, чтобы стучать, кляузничать, чтобы доносить на людей, на церковь, на священников, чтобы стать предателем. Взамен обещая безбедную и благополучную жизнь. Поэтому каждый должен понимать, что враг до последней нашей минуты жизни, до последнего момента нашей жизни будет нас всегда искушать. И мы должны сейчас брать пример с тех, кто не поколеблен. Кто непоколеблемо стоит в вере, кто не боится страха ради человеческого и дьявольского, не устрашился, не отступил от церкви. Все мы слабы и грешны. Если мы будем рассчитывать на свои только силы, то мы не выстоим, как вчера я слышал старец Зосима Донецкий, как говорил, если будешь на свои силы рассчитывать, не выдержишь, предашь. А если будешь полностью полагаться на Бога, Бог тебя не посрамит. Давайте мы полагаться на Бога. С Богом легче, с Богом счастливее, с Богом есть надежда, а без Бога надежды нет. Какие бы мы ни были грешные, слабые, немощные, но с Богом мы преодолеем все.
Давайте же быть мужественными и верными нашему возлюбленному Господу, который нас ради распялся, нас ради претерпел гонение и смерть, нас ради воскрес третий день и воскресил всех нас. И все мы имеем великую надежду воскресения. Храни вас всех Господь. Дай Господи нормально нам подготовиться к Великому посту на предстоящей седмице. Завтра блаженной Ксении, а послезавтра иконы Божией Матери, Таримая Меча и Святого Вселенского Учителя Григория Богослова. В нашем храме будет литургия и служба. Храни вас Господь. Именинников сегодня Геннадий, именинник сегодня День Святого Геннадия Костромского. Мы поздравляем тебя с твоим днем ангела. Пусть Господь укрепит тебя, даст тебе силы, мудрость и терпение, любовь, великодушие ко всем слабым и мощным. И дай Господь, чтобы пройти, донести до конца свой крест и навсегда соединиться со Христом. Благоденственное мирное жизнь, здравия, спасибо всем благодарным отпущением подарок Господу. Рабу Божию Геннадию, Протерею Геннадию, и еще Геннадию, и сохранить на многое лето.